Участковый, откройте, пожалуйста. Здравствуйте. Пойдем. Лена, убери собачку. Забыл, как. По какой причине, собственно говоря, мы здесь все собрались? Из-за того, что на нем. Так, мы когда с вами последний раз виделись, вы говорили о том, что в ближайшее время должны были уехать в Москву. Может, целесообразно сюда экспертов вызвать? Сейчас. Вот, не получилось, да? Не получилось, да? Я и сама, он рабочий. Понятно. Так, собачку вы все-таки отказываетесь убирать, да? Круглый смысл? Мы сами. Понятно. Вы с какого момента здесь проживаете? Ага. В декабре месяце. В декабре месяце я у вас был. По-моему, в декабре, да? Да. Да. Потом еще раз я перед. Да, перед Новым годом я у вас был. Я сейчас маму тебе передам. Сейчас. Мам. Алло. Да, мам. Че? Да не опека, а участковый с инспектором. Ну, сказали, сейчас центр семьячек помещение. Ну да, сейчас приехали. Не знаю, что. Насчет там Васильев там что-то нагрепал. У вас дела с того момента, как я у вас был? Больше конфликтов не было? Нет. Помирились и все нормально. Все прекрасно. Матушка больше не употребляет? Нормально убрал. Не, у меня день рождения был, я убивал. Вопросов нет, да? Понятно. Есть предположение, по которому мы сюда все собрались, пришли? У вас вообще есть догадки? Есть. Какие у вас догадки? Бывший муж сделал что? Ну, по какому поводу? По поводу... Мы вам сейчас демонстрируем видеоматериал, который снимался, наверное, где-то здесь. По какому? Я так понимаю. Ну, прям вот на этой кухне, как я понимаю, да? Ну, детей там не было. В смысле не было. Здесь есть разговор вашей дочери в этом видео. И это является вещественным доказательством. Вы что здесь устроили, я не пойму. Видео где снимал? Ладно, мы тебе позвоним. Перезвоните потом. И это не одно видео. Много, наверное. Их много. И всегда находятся в квартире дети, слышны детские голоса. Вы вообще понимаете степень своей ответственности, как мать? Да, мне все равно было день рождения, Новый год, мне все равно. Это ваши дети. Вы понимаете, что они вас копируют и будет потом то же самое? Ну как не будет? Маленькая девочка, она еще не видела в этой жизни ничего подобного. Ей надо это лицезреть. Ей надо лицезреть такую мать. Вы вообще, это вообще в уме не укладывается. Вы сами, я понимаю, вы здесь в алкогольном опьянении, но это вас не красит. Не красит. Вы, мать, вы. Зачем? Куда они уходят? Дальше что? Вы посмотрите, вы кричите, вас соседи все слышат. Чем вы здесь занимаетесь? Они все знают. А у вас дети несовершеннолетние, одна малолетняя девочка. Вы понимаете это или нет? Еще ее надо посмотреть в больнице. Вы часто, наверное, отлучаетесь из дома? Все там нормально? Все нормально. Вы уверены? Я отлучаюсь. Вы уверены в этом? Мы сегодня приходили, ваш сожитель был дома один с детьми. Вы уверены, уверена, что здесь ничего не происходит? Уверена на 100%. На 100%? А я нет. А я нет. Не могу быть уверена. А вы где зарегистрированы? В Москве. В Москве. А вы здесь на каком основании проживаете? К своей девушке. В смысле, к своей девушке? Временная регистрация у вас есть? Нет еще. Почему? Вы здесь живете 2 месяца. На каком основании? В декабре месяце, когда я сюда пришел, мы с вами беседовали по поводу этого. Да, вы сказали, что вы в Москву едете, но тем не менее. Ну, я чувствую, у вас тут есть чем заниматься без Москвы. Алексей. Было все достаточно хорошо. Или нет, или я ошибаюсь. Жили, да. Ну, а в чем проблема?
Ничего проблема. Она сейчас не хочет там по нему оставаться. Потому что он уже стал взрослый, и она не может его контролировать. Правильно? Правильно. Ему 17 лет. Нынче-завтра ему 17 лет будет. И он уже попадет ко мне. Я уже буду с ним разговаривать, а не сотрудник подаю. Согласны? А вы ему такие вещи показываете, и воспитание никакое соответствующее не даете. А мы ничего не показываем, снимаем не мы. А кто? Люди снимают. Какие люди? А кто у вас здесь? Еще кто-то проживает? Нет, на сайте. Снимает кто? Кто снимает? Это люди на сайте снимают и выкладывают в Телеграм потом эти видео. Подождите. Это происходит на вашей кухне. Это чем снято? Это снято из сайта. На сайте транслируем. Зачем? Объясните мне, зачем? Вы взрослая женщина. Далеко не глупая. Симпатичная, имеющая троих детей. Несовершеннолетних. Двое малолетних. Зачем? Вы не пробовали жить нормальной жизнью? Пробовала. Ну, получается? Не нравится? Ну, как вам это объяснить? В общем, такая ситуация. Вот. Он сам тоже при ребенке пьет. А кто? Показать тоже. Меня? Вы про своего бывшего мужа? Он тоже там же транслирует, и там же вот это все это. Пригласил себе шизофреничку. И с этим можно разобраться. Сейчас конкретно вы. Ваша семья, ваши дети.